Дом, где сегодня проходит замена труб канализации, расположен по адресу Гончарова, 1/17. Дом расположен в самом центре города, поэтому любые земляные работы надолго испортили бы облик города. Дом – первая девятиэтажка в городе, построенная еще в 60-х. Коммуникации, особенно канализация, выработали свой ресурс давно. Несмотря на внешнее благополучие дома, он крепкий и, хочу заметить, очень теплый, в доме все же выявились проблемы, связанные с перебоем воды. Например, в прошлом году горячую воду отключали на все лето. Мы узнали, что все канализации находятся в аварийном состоянии. Жители проявили активность, власть обратила внимание на проблему. Итог, сроки капремонта были перенесены с 2032 года на нынешний. Однако местоположение дома диктует щадящие для ландшафта условия. Благодаря российским разработкам в этой области удалось решить, казалось бы, невыполнимую задачу – поменять канализационные трубы без рытья траншей. Сейчас мы имеем возможность в реальном времени наблюдать замену выпусков систем водоотведением бесстрашейным способом прокладки, методом разрушения старой чугунной трубы и протяжкой вместо нее по той же трассе полиэтиленовой трубы. Технология разработана в России, аппаратура, нужная для этого, тоже отечественная. Ее стоимость достаточно высока, тем не менее, она позволяет значительно сократить расходы, как по себестоимости работ, так и по трудозатратности. Кроме того, работы требуют в 4 раза меньше времени. Внедрение новых технологий требует использования новых материалов. Ими регион способен обеспечить себя сам. По качеству капитального ремонта и по взаимоотношению с потребителями в первую десятку точно ходим по регионам, именно по использованию современных технологий. Качество, при этом мы используем зачастую, точнее фонд использует, да, и подрядчики используют очень часто строительные материалы, произведенные в том числе и в Ульяновской области. У нас благодаря вообще в принципе программе капитального ремонта в Ульяновской области более активно стала развиваться промышленность, которая производит эти строительные материалы. Замена труб стала безопаснее. Ваши дети не упадут в дворовый раскоп. Кроме того, не пострадают газоны, асфальт, клумбы. Быстро, чисто и дешево. В Ульяновске уже 30 домов могут похвастаться новым ремонтом. 40% строительных материалов, которыми он выполнен, производится в области. Грязь во дворах уходит в прошлое. Павел Половов, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.